Привет всем любителям пива, и сегодня мы поговорим об ассортименте всеми нами горячо любимого магазина «Красное и белое», потому что так или иначе там частенько появляются какие-то новиночки, и не только подписчики, но и друзья меня частенько спрашивают, а вот это пробовал, а я как-то, честно говоря, выпал из этих красно-белых трендов, поэтому сегодня попытаюсь наверстать упущенное, будем пробовать всего понемножку, так что наливайте себе чего-нибудь вкусного пенного попить, усаживайтесь поудобнее, ну а с вами снова Алан, вы на канале Beer Channel, погнали! Что ж, вот так выглядит ассортимент сегодняшнего нашего обзора. Аж 11 целых экземпляров, как бы мне не поплохело после этого выпуска. Как говорится, пью плохое пиво за вас. А может быть и неплохое. Не знаю, посмотрим, потому что здесь собрались в основном новиночки, которые я так или иначе не пробовал. Начнем мы, конечно же, с российского пива. Здесь у нас аж 2 экземпляра от Томской пивоварни. Вообще у меня с ней какая-то отдельная история. Я каждый раз пробую это томское пиво. Точнее, мне советуют его в комментариях, просят обзор. Я его пробую, оно мне не нравится. Мне потом начинают советовать что-то другое. Говорят, что якобы я не то что-то взял. Попробую вот это самое лучшее, самое классное. И сегодня вот будет у нас... Холодный хмель, это что-то типа крафтовое, вот это немецкое, я не знаю, мне хочется ржать, когда я вижу это пиво. Что за Porsche дизайн просто вот? Порше мой близкий не текунет. Да. Ему тоже салон и же. Следующая у нас пивоварня Таркас из Воронежа. Очень был удивлен увидеть в ассортименте красного и белого. Честно говоря, я обрадовался. Неужели это вот лучик света в темном царстве? Так что попробуем сегодня вот этот их чешский пилснер. Ну и, конечно же, куда же без армян. Сегодня у нас Арарат премиум армянин. Как будто армянин бывает не премиум. Главное, знаешь, что в этом? Чтобы люди понимали, что у меня деньги есть. Так мне все равно, я понтоваться его не люблю. Не знаю, посмотрим, потому что произошел такой большой наплыв там армянского, казахского пива, да, с уходом иностранных брендов, и как-то вот они прошли мимо меня, я как-то не попробовал, сегодня попробую один из этих экземпляров. Ну, а дальше у нас пошла Европа, здесь у нас бельгийская корона, тоже бельгийское импортное пиво, кстати, есть еще бренд Altus, по-моему, он как-то так называется, но я его уже попробовал, мне оно не особо понравилось, не хочется тратить на него время. Дальше пошла ваша любимая пивоварня Фельдшлёсхен, пожалуйста, 2 экземпляра, какой-то тут Ратсхерен, Хопфендорф, все это, кстати, пилснеры. Я, кстати, здесь нету темных, нету пшеничных сортов, потому что если брать немецкие, пшеничка более-менее у них выходит неплохая. Темненькие, темное что-то мне как-то ни одно из ассортимента красного и белого не зашло. Поэтому я вот решил плюс-минус в одной стилистике, все это светлые лагеры, где-то какие-то из них пилснеры, да, то есть пиво с горчинкой так называемое. Так что будем посмотреть именно в этом разрезе. Пиво Германии, у меня коллега спрашивал, Алан, попробуй, скажи, как тебе, потому что ему откровенно это пиво зашло. Это, кстати, тоже контрактная пивоварня, тоже немецкая, уже под названием Eichbaum. Мы ее знаем по тем самым знаменитым диким обезьянам, который называется Hoprider. Также они делают вот такие варианты. Любимое, кстати, пиво Гомера Симпсона, Дав, но производится оно в Германии, на пивоварне Eichbaum. Вот Германия меня вообще, кстати, очень сильно смущает, вот это название, потому что, несмотря на то, что пиво типа немецкое, настолько оно по-русски звучит, и вот меня лично очень сильно настораживает. Вообще, хочется сказать немножко пару слов об этих контрактных пивоварнях, потому что люди проходят мимо каких-нибудь там Жигулей барные, потому что это отечественное, российское пиво. Нам надо что-нибудь такое импортное, но при этом, чтобы оно недорого стоило. Я уже упоминал эту тему в своем большом обзоре под названием «Битва пшеничек». Там тоже были вот эти вот посредственные дешевые экземпляры по типу Евротура. Кстати, если мне не изменяет память, это эксклюзивный бренд магазина «Красное и белое», который также делается по заказу то ли на Eichbaum, то ли на Фельдшлёсхене, уже точно не помню. И тоже такая же ситуация с этими экземплярами. Скорее всего, они делаются по заказу из России. И как я тогда задавал вопрос, так и задам сейчас, зачем нам дешевое импортное пиво? Вот, честно говоря, не понимаю, потому что они там делают какое-то там свое базовое, ну а дальше уже по заказу чуть-чуть меняет, скажем так, рецептуру, что-то добавляет, и получается вроде бы как бы
плюс-минус однородное, но чуть-чуть разное пиво. И вот с этим экземпляром, мне кажется, прям вот точно такая же ситуация. Что ж, дальше у нас пошел для многих уже ставший родным Казахстан. Пиво Ержман или Ержман, не знаю, мне его хочется Ержаном почему-то назвать. Ержан. Ержан, вставай, салам алейкум, вставай, на работу пора. Ну и напоследок вот такой мощный экземпляр объему аж 0,62, это закос под китайское пиво Ячанг. Ну, варится, наверное, по лицензии, но все-таки в Казахстане, на первом пивоваренном заводе. Что ж, не вижу смысла дальше разглагольствовать, что-то про них рассказывать, давайте пробовать по порядку. Что ж, начнем, собственно, с самого этого Ячанга. Максимально легкое пиво, надо сказать, по характеристикам. Здесь 9,8% плотности, 3,8% алкоголя. Традиционно для китайского пива здесь добавлена в качестве несоложенки рисовая крупа. Что ж, оцениваем аромат. Ну и знаете, кстати, аромат довольно-таки неплохой. Он, конечно же, грязноватый, но все-таки не отталкивает. Там есть немножко зерновых культур, чуть-чуть риса чувствуется. А так он, ну, стандартный солодовый аромат для любого регионального пива, скажем так. Пробуем. Знаете, достаточно легкое, простое солодовое пиво, хорошо выбраженное. Есть, конечно, там вот эти вот грязноватые нюансики. Всплывают они в основном на послевкусии. Вот. Сначала, как делаем мы глоток, чувствуем такое солодовое нейтральное тело. Потом оно немножко уходит в такую полузерновую, полукисловатенькую нотку. А потом уже на послевкусии мы чувствуем, ну, практически такой сухой, чисто солодовый зерновой остаток. Ничего отталкивающего особо в этом пиве нет, ну и, собственно, привлекательного тоже. Нормальное, ровное, так что если вам нравится, особенно из-за своего объема, кому-то может быть 0,5 маловато, особенно для тех, кто жалуется на вот эти вот 0,45, писярик зажали, суки, сволочи. Чингисхан оставлял больше! Гитлер оставлял больше! Вот, пожалуйста, в принципе, легкое пиво, посидеть, чисто залиться и ни о чем не думать, почему, собственно, и нет. Дыби сюда. Что ж, переходим к нашему Ержану. Понеслась моча по трубам. Видать, несколько перегазированное пиво выдалось, даже вот, ну, по этим пузырькам можно сразу определить. В составе также находится рисовая крупа, но это пиво чуть-чуть покрепче, чуть-чуть поплотнее. 4% алкоголя, 11% плотности, оцениваем аромат. И знаете, аромат тоже неплохой. Тоже неплохой, он чисто такой солодово-зерновой, ничего особенного, правда, но что ж, пробуем. И знаете, вот все, что я говорил про вот этот Ячанг, все то же самое можно сказать и про Ержана, если честно, потому что, ну, кстати, Ержан мне чуть-чуть прям вот на капелюшечку побольше понравился, он почище как в аромате, так и во вкусе, нежели чем Ячанг. А так все то же самое. Это легкое солодовое тело, которое переходит чуть-чуть в небольшую кислинку, ну а после, на послевкусии такое сухое солодовое. Где-то вдали там чуть-чуть махает нам рукой хмелечек. Он такой слегка травянистый, освежающий. Вот чисто для дополнения общей картины. А так, ну, естественно, ни о какой горечи там речи быть не может. Нормальное, ровное пиво. Никаких негативных эмоций, по крайней мере, оно у меня не вызывает. Ну и положительных тоже. Не знаю, насколько и кому оно должно так сильно понравится, чтобы покупать его снова, потому что, ну, в мире полно много других экземпляров. Я люблю, если честно, пробовать разные. У меня нет такого. Многие меня спрашивают, какое твое самое любимое пиво. Ну, есть у меня любимые экземпляры, но вот прям вот, чтобы взять какое-то одно, чтобы я его постоянно себе покупал, такого, честно говоря, нету, потому что мне нравится мне пробовать разное. Я не привязываюсь к какому-то конкретному сорту. Что ж, едем дальше. Переходим к пиву от Гомера Симпсона. Оно еще крепче, еще плотнее. Здесь 4,9% алкоголя и 11,2% экстрактивность начального сусла. В составе ничего особенного. Обычный солод, хмелепродукты. Многими нелюбимые, хотя это то же самое, что и хмель. Хотел отдельный выпуск про эту тему сделать. Пишут, кстати, нам здесь Лагербирхель. Типа намекает на немецкие хеллисы, но не знаешь, если это пиво сделано на американский манер, то, мне кажется, это название не стоит брать в расчет.
Аромат, кстати, практически такой же, нетривиальный, солодовый, чуть-чуть оттеняет кислинкой. Кстати, кислинки в этом пиве в аромате именно больше, чем в тех экземплярах. Пробуем на вкус. Ну, честно говоря, оно мне меньше понравилось, чем вот эти два экземпляра из Казахстана, потому что, ну, какое-то оно не сбалансированное, что ли. Это такое же легкое солодовое пиво, которое переходит в чуть большую кислинку. Вот что мы чувствовали в аромате, то же самое и во вкусе. Причем кислинка, она такая чуть-чуть неприятная, как будто это дефект какой-то у пива, как будто не так задумано было. И после этой кислинки какой-то вот обрыв происходит во вкусе, а потом уже на дальнем послевкусии вылезает, ну, чуть-чуть солода и чуть-чуть хмеля, который, опять же, очень-очень легкий, еле заметный и ненавязчивый. Не особо оно мне понравилось, не знаю, такое ли пиво пил Гомер Симпсон, возможно, в Америке оно другое какое-то, но пиво откровенно так себе, и насколько помню, оно стоит 89 рублей, за 89 рублей, ну, я бы в жизни его не купил во второй раз, так что едем дальше. Итак, Бельгийская корона производится, кстати, на той же пивоварне, что и другой экземпляр из магазина «Красное и белое» под названием «Бохольтерквик», как-то так он называется. У меня был короткий обзор в ТикТоке. Если вам нравится легкое, мягкое пиво без какой-либо там горчинки, то, в принципе, на один разок можно попробовать. Максимально легкое, максимально простое пиво. Вообще, я даже не помню, какое оно было на вкус. Я просто помню, что оно прям вот очень-очень на лайтах. Все характеристики прям в минимум просто сведены. Здесь это пиво несколько поплотнее. 12% алкоголя, 12,2% даже, точнее, экстракт изначального сусла, извиняюсь, заговорился, и алкоголь 5,4%, то есть в бельгийском стиле как бы они типа любят покрепче. Что ж, оцениваем аромат. Слушайте, может, аромат мне уже не оценивать, потому что, ну, уже четвертый экземпляр подряд, и все то же самое. Что то хуйня? Что это хуйня? Все то же самое, и не хочется лишний раз как повторяться, разводить тут тавтологию. Давайте пробовать. А вот это уже пиво, знаете, поинтереснее. Здесь добавляется такая зерновая нотка. Скорее всего, она кукурузная. Сейчас посмотрим, что у нас там в составе. Ага, да-да-да. Добавили кукурузную крупу в качестве несоложенки, и она добавляет вот этот вот интересный привкус этому пиву. А так, в целом, оно такое же легкое. Нормально пьется. Алкоголь вообще не чувствуется абсолютно не кусачий. Солодовое тело, оттеняющее как раз, ну, вот этой кукурузкой небольшой. Ну и также эта кукурузка у нас остается во вкусе. То есть нормальное ровное пиво, в принципе, неплохо, но не сказать, что прямо-таки хорошо. Я бы взял какой-нибудь, например, Лев. Мне он нравится побольше. Или же тот же Гримберген. То есть, ну, если брать Бельгию, то для меня вот Лев и Гримберген — это вот прям, ну, самая минималочка вообще, что можно выбрать из Бельгии. И это уже вот какое-то пошло ниже той планки по качеству и вкусу, которую задали нам бельгийцы в своей пивоваренной культуре вообще. Кстати, вы знали, что бельгийская пивоваренная культура официально внесена в культурное наследие ЮНЕСКО. Так что Бельгия — это та страна, где пивоварение является национальной гордостью. И планки действительно там заданы самые высокие, а вот этот экземпляр, ну, честно говоря, на мой взгляд, не вписывается. Поэтому едем дальше. Переходим к пиву Германии. Кстати, мы тут немножечко через голову перешагнули, потому что DAF производится на Айхбауме, и, собственно, Германия это тоже. Ну вот как она все вот красиво, прям вот в уши нам льют только так. Как не могли, раз Германия, собственно, значит, что, пиво варится в соответствии с тем самым законом о чистоте пива 1516 года. Обязательно, даже на немецком они здесь написали Deutschen Reinheitsgebot. Гребаный немецкий язык. Ну да ладно, переходим к самому пиву. Здесь 4,8% алкоголя, 10,7% плотности, в составе ничего необычного. Единственное, вместо хмеля либо хмелепродуктов здесь указан хмелевой экстракт. Ну, собственно, это все то же самое, что и хмель, просто он в виде, вот в таком виде он продается. Все то же самое, ничего страшного в этом нет. Оцениваем аромат. Ну и опять же, непонятно, зачем я его оцениваю, поэтому давайте сразу пить. Ну, во-первых, это немножечко не попадание в пивной стиль, потому что они здесь тут пишут премиум пилс, а если это пилс,
точнее пилснер в немецком стиле, то по горечи здесь этот вариант не дотягивает, на мой взгляд. Хмель, конечно же, здесь он уже есть, он уже более ощутим, чем в предыдущих экземплярах. На послевкусии он хорошо так чувствуется, но он больше такой, больше травяной, больше освежающий. А так, ну, горечи, если честно, мне тут не хватает. Хотя само послевкусие мне уже нравится больше. Оно уже такое, более протяжное такое, надолго остается у нас во рту и остается, конечно же, в основном хмелевая составляющая. А солодовая тоже, кстати, неплохая. Обычно я жалуюсь на то, что немецкие пилсы, они пустые в самом вкусе. И все сводится вот к этой хмелевой горечи на выходе. А здесь солодовая составляющая тоже довольно-таки неплохая. Она, ну, абсолютно такая нейтральная, нормально, хорошо воспринимается. Никаких лишних там примесей, привкусов не наблюдаю. Отталкивающего откровенно ничего в этом пиве нет, опять же. Но если рассматривать его как пилс, то, наверное, я бы взял что-нибудь другое. Но опять же, если это немецкий пилс, то, наверное, Радебергер будет здесь лучшим экземпляром, как я упоминал в своем большом обзоре рейтинга пива по итогам 22 года. Ну а среди пилснеров вообще по-прежнему мой топ — это Pilsner Urquell из Чехии. Но, кстати, мы будем следующим дальше уже попробуем. Наверное, давайте сейчас попробуем Pilsner от Tarkas, не отходя от кассы, потому что мне очень интересно, насколько они приближенно сделали к чешскому экземпляру. Потому что они мне, когда присылали большую коробку с этим пивом, вот чешского Pilsner еще не было. То ли он недавно появился, то ли что. И, кстати, мне вот нравятся ТТХшки, как они здесь пишут. Вот прям на этикетке не нужно вчитываться в этот мелкий текст. Все просто и понятно. 5,5% алкоголя, 13 плотности и 28 IBU. Горечи. Все просто, предельно ясно. Ну, состав я не лезу, потому что здесь по-любому все стандартно. Оцениваем аромат. Вот, а вот это уже пилснер. Вот это уже пилснер, и мне этот аромат откровенно нравится. Не зря я назвал это пиво, заочно назвал лучиком света в темном царстве, потому что вот так должно пахнуть вкусное светлое пиво, на мой взгляд. Очень сбалансированный, наполовину хмелевой, наполовину солодовый аромат. Хорошо они так в тандеме играют. Ты как из ноги, нахуй, все. Мне с тобой не по пути. Ну иди тогда нахуй. Пиво должно пахнуть именно так. Ну, именно пиво в классическом его понимании. Понятно, что пивных стилей огромное множество, но для большинства людей классическое пиво выглядит именно так. Собственно, и пахнуть оно должно тоже именно так. Давайте пробовать. А вот здесь уже, знаете, вкусно. Ну, вкусно. Вкусно. Если здесь во всех этих экземплярах было неплохо, от слова плохо, потому что, вот, мне кажется, главная задача этого пива просто не быть гадостным. А вот здесь именно можно прям хорошо насладиться вкусом этого пива, хорошо кайфануть. Мне очень нравится солодовое тело этого пива. Оно прям вот такое, ну, как сказать, оно более объемное, что ли. Создает некий объем во рту, более полнотелое, вкусно-сладковатое слегка. И потом оно переходит в такой травянистый ароматный хмель с ощутимой горечью. Вот все, как надо в хорошем пилснере. И вот мне, честно говоря, это пиво очень сильно понравилось. Я его даже, знаете, я его даже буду покупать. Если не найду Pilsner Urquell, я возьму вот этот вот чешский Pilsner от пивоварни Tarkas. Классно, молодцы. Вот добавить мне просто здесь нечего. Обалденно, это просто, просто шикарно. Действительно классное пиво, мастерски сварено, со знанием дела. Вот именно то, что я ценю больше всего в пивоварах, когда они варят пиво в каком-то конкретном стиле, именно с пониманием этого пивного стиля. Поэтому вот этот экземпляр пока что мой фаворит на сегодня. И у меня есть кувшинчик, куда я сливаю остатки, промываю бокал, снова сливаю. И, честно говоря, мне совесть просто не позволяет сейчас вот это вылить вот сюда. Да и вообще вам все молодцы. Не, в натуре классно. Но заебись. Четко. Переходим к вашей любимой пивоварне Фельдшлёсхен, Хопфендорф. Опять же, вот здесь, кстати, слово в слово написано Gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Все то же самое, что написано здесь, на Германии. Не буду даже вдаваться в ТТХ-шечки, скорее всего, они такие же, в составе ничего сверхъестественного. Кстати, это очень бледное пиво на свой вид. Что ж, оцениваем аромат. Ой, слушайте, а здесь уже аромат неприятный, честно говоря.
Он какой-то пустоватый, во-первых, и солодовой части здесь практически она как будто вот сведена просто к минимуму. А преобладает здесь, ну, я не хочу выражаться, как один из моих коллег, который постоянно вот со сморщенным кислым лицом говорит, что воняет грязными тряпками, там, подвалом каким-то, саньем и так далее. Но что есть, то есть, как говорится, и не хочется... так выражаться, но пахнет действительно неприятно. Какая-то такая кислица, грязная. Ну, грязная, мокрая, половая тряпка. Чё, как обычно это всё. Давайте пробовать. Бля. И на вкус всё то же самое. Я даже не хочу, если честно, комментировать, потому что, ну, это отвратное пиво. Просто отвратное и... Ну, я даже не знаю, как его разбирать на вкус. Вот я редко... Можете видеть такую гримасу на моем лице, но пиво действительно откровенно мне не понравилось. Говно. Крайне неприятное пиво, пока что оно самое худшее. Переходим к его брату, который называется Ratsherren. Не знаю, правильно ли я. Айхт Бранденбург. Но опять же, тут Райнхайнсгебот, вся вот эта вот хрень. Тоже ничего особенного в составе. Алкоголь здесь 5,2, 11,8 плотности. Давайте открывать и пробовать. Зато написали, обязательно наверху пишут «Imported from Germany». Ой, люди, знали бы вы, как вас наябывают всеми этими громкими фразочками. Причем они делают это не просто так, они делают, опираясь на ваше мышление, ваши стереотипы, которые прям вот крепко засели в головах, что импортное обязательно пиво должно быть лучше, чем отечественное, что у нас в России пиво все говно, все варится из порошка, из спирта и так далее. Поэтому, собственно, именно для вас такое пиво и делается. Вы думаете, что можно было бы гораздо дешевле сварить по контракту на какой-то пивоварне из России пиво, но нет же, они делают это в Германии, потому что вы любите импортное пиво и отдаете ему предпочтение, в отличие от отечественного. Что ж, ладно, заговорился, оцениваем аромат. Аромат, кстати, очень близок к этому экземпляру, но он менее неприятный. Здесь все-таки добавляется чуть-чуть более весомая солодовая составляющая. Ладно, давайте пробовать. Ай! Да, все. Дальше мне пиво пить не хочется, потому что оно крайне неприятное. То есть, если это пиво легкое, и вот эта вот грязнота во вкусе, она не так ярко воспринималась, а здесь уже плотность побольше, и она... чуть более ярко выстреливает у нас во рту, и надо, мне кажется, сходить и просто почистить зубы после этого пива, потому что, ну, честно говоря, пить его невозможно. Я даже не знаю, как разобрать его, этот вкус этого пива на составы, но такое ощущение, как будто это недоброженное пиво. И вот эти недоброженные сахара в перемешку с такое ощущение, как будто вот залежавшим хмелем, дают вот какой-то такой неприятный привкус, который... Моча ослина. Короче, что я тут распинаюсь? Не советую я это пиво. Вот эти вот два экземпляра, это прям самые худшие. Если вот этот вот прям больше меня, больше всех меня порадовал, то вот эти прям возглавят антирейтинг наш сегодняшний. Поэтому переходим к следующему. Что ж, надеюсь, армяне здесь меня порадуют больше, потому что, ну, настолько оно неприятный привкус оставляет нашим... в нашей ротовой полости, что может даже задеть следующее пиво, скажем так, несмотря на то, что я прополоскал рот. Оцениваем ароматику, и уже отсюда, пока я наливал, я чувствую, чувствуется здесь засвеченный хмель прям. Вот я вспоминаю свой южный обзор на пиво с курортов Краснодарского края, и вот прям вот таким же ароматом обладает вот этот Арарат. И я не знаю, почему такого рода пиво вы делаете вот в таких бутылках, имеется в виду зеленых, потому что, ну, оно не до конца защищает от солнечных лучей. Когда солнце сюда попадает, то начинается так называемая засветочка, когда соединение хмеля начинает разлагаться и тем самым создают неприятный запах. Мы его называем запах, ну, грязных носков, вот этих вот мокрой половой тряпки из общественного туалета. Вот-вот, вот это вот все. Что ж, аромат очень неприятный. Вот как раз аромат пахнет засвеченным
хмелем. Давайте пробовать. Да, ну и во вкусе здесь все то же самое. То есть, я что хочу сказать. Вот если бы это пиво было свежее, свежесваренное, и вот мы бы его попробовали там, на пивзаводе, я не знаю, где оно делается. Здесь, кстати, не упомянул, 4,5% алкоголя, 12 плотности. То это пиво было бы вкусным, душистым, свежим, ароматным. А здесь это очень сильно состарившееся, засвеченное пиво, которое вообще не имеет ничего общего с тем вкусом, который изначально задумали пивовары. Но опять же, здесь могут быть и микробиологические ошибки какие-то. Хотя пиво пастеризованное, пастеризация эти ошибки исправляет. Самый главный момент вот в этой вот бутылочке. Смотрите, как делают знающие ребята. Затемненная бутылка. Она, конечно же, тоже не на 100% защищает от солнечных лучей, но у нее степень защиты гораздо выше, чем вот у этих зеленых экземпляров. Я не помню, смотрел интервью то ли с пивоваром, то ли с технологом пивоварни Вайнштефен. Это, кстати, старейшая в мире из ныне действующих пивоварен, которая находится в Германии. Так вот, он сказал, что люди зачем-то делают пиво в цветном стекле, кто-то в зеленом, кто-то в синем, кто-то вообще в прозрачном, да, как Corona Extra. Но с точки зрения рационального подхода это не имеет никакого смысла, потому что это цветное стекло дороже и меньше всего защищает напиток. Поэтому старайтесь выбирать именно в стекле коричневым, как делают вот здесь эти знающие ребята. Кстати, молодцы, молодцы, выделились. У них и бутылочки так узнаваемо выглядят. Ну, не хочется еще раз их хвалить, но что есть, то есть, собственно. Базара нет на. Кстати, у меня же еще есть вот такой бокал от Хайнекена, который мне любезно предоставили на баре. Ну, думаю, все вы помните мой обзор на Хайнекен, про вот эту вот историю с собирателями мочи и так далее. Это, конечно же, был стёб, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что само по себе пиво весьма и весьма посредственное, даже импортное. Тоже санина еще та. Но почему я его вам показываю? Потому что это стандартный тип бокала для вот этого вот вида пива. Переходим к томскому, немецкому. Спасибо вам огромное. Хоть тут Porsche Design, но спасибо, что не написали вот эту фразу, которая звучит как там-то Deutsche Reinheitsgebot и так далее. Но при этом они здесь на немецкий манер так написали Томскер Брауэрей или Броэрей, как-то вот так вот. Пиво немецкое, 10% алкоголя, 4 плотности, в составе ничего необычного. А, кстати, чуть-чуть добавили они здесь сахарка, но ладненько, наливаем, пробуем. Аромат. Аромат, кстати, откровенно сахарный. Точнее, не так, он по большей части солодовый, но вот эта вот солодовость, она приправлена сахаром. Что ж, давайте пробовать. Ой, не, знаете, это крайне неприятное пиво, такое ощущение, здесь как будто и хмель засвечен, и солод какой-то перегретый. Это, знаете, есть такое явление, как реакция Майяра, или Майера, кто как называет. Она происходит, например, при выпекании хлеба, когда кусок теста, он начинает превращаться в такую подрумяненную хрустящую корочку, или когда мы жарим стейк мяса, допустим, он покрывается вот такой приятной корочкой, которая вызывает у нас там обильные слюноотделения и так далее. Только с пивом ситуация обратная, потому что вместо чистого солодового характера оно обретает такой хлебно-тостовый аромат. И вот при пастеризации, при старых технологиях пастеризации, пиво принимает именно такой вкус. И он, честно говоря, не нужен, неприятен. Он откровенно пиво старит. То есть при пастеризации действительно пиво начинает стремительно стареть. Есть, конечно, щадящие технологии пастеризации. В основном на крупных современных пивоварных применяются именно такие. Но здесь такое ощущение, как будто вот остались лет на 20, так скажем, позади. И вот неприятный хмель, который еще больше усугубляет всю вот эту вкусовую картину, на послевкусии, не знаю, честно говоря, что здесь немецкого в этом пиве, скажите мне, пожалуйста. На мой взгляд, вообще ни-ху-я. Вот просто ни-ху-я. Несмотря на то, что это пиво в затемненной бутылочке, я его поставлю в один ряд вот с этими ребятами, которые также безвкусно и неумело сделаны. Переходим к последнему. Что ж, вот мы и добрались до последнего экземпляра. К
крафту, так называемого, от того же Томского пивоваренного завода. Называется оно «Холодный хмель». Вообще, кстати, хотел подробнее рассказать про историю моего взаимодействия с томским пивом, потому что я изначально взял какой-то томское фирменное. Вообще оно мне не зашло, пустое, безвкусное пиво. Потом взял какой-то там Irish, что-то там на ирландский манер. Вообще ничего ирландского в этом пиве не было. Мне это пиво откровенно не понравилось. У меня есть коротенький обзор в ТикТоке. Потом мне написали в комментариях: чувак, ты не то пиво пробовал. Нужно брать вот самое топовое пиво в у Томского завода. Это вот как раз немецкое. «Трое в лодке» и «Крюгер», который также, кстати, продается в КБ. Ни один из этих экземпляров тоже мне не вкатил, настолько не вкатил, что мне даже не захотелось снимать на них обзор, хотя я их купил специально для обзора. Потом мне как раз написали в комментариях тоже на Ютубе, я сказал, что вот ни одно, к сожалению, томское мне не зашло, какое бы мне не советовали. И тогда мне написали: единственное, самое вкусное пиво у Томского пивоваренного завода — это как раз вот этот вот «Холодный хмель». Его даже назвали самым лучшим пивом, который продается в КБ вообще. Называется оно крафтовым, потому что используется здесь 4 вида хмеля и используется технология холодного или же сухого охмеления, которое, по идее, должно придавать такую хорошую душистую ароматику этому пиву. Технология сухого охмеления используется, например, в таком пивном стиле, как IPA, American Pale Ale. Тоже используется холодное охмеление. В результате пиво получается не таким горьким, как IPA, но больше ароматным, душистым, чаще всего в цитрусовую сторону. Но это зависит именно от сорта хмеля. Ладно, что ж, надеюсь, оно не разочарует. Финалочка, давайте пробовать носом. И знаете, действительно, по ароматике напоминает крафт. Очень такой душистый, ароматный хмель, такой с фруктовыми нотками, немножко цитруса, но из-под него вот так пробирается что-то такое грязненькое. Что ж, интересно, давайте пробовать. Блин, ну, знаете, вот я не знаю, как выразиться, всю малину испортили, если честно. Да, базара нет, базара зира, как говорится. Холодное охмеление чувствуется несколько сортов хмеля. Здесь это пиво обладает такой ощутимой хмелевой горчинкой на уровне, наверное, вот этого пилса. Возможно, даже чуть-чуть побольше IBU за тридцаточку переваливает. Чувствуется, что хмель душистый, ароматный, оттеняет чуть-чуть хвойной составляющей, ну прям совсем ненавязчиво, чуть-чуть фруктовой. Но, сука, вот то базовое пиво, которое вы взяли для этого пива, оно все такое же мерзотное, все такое же противное. Мне вот спасибо Виктор Хмелев с точки зрения именно пивоваренного, один из моих подписчиков, который сам варит пиво, именно с точки зрения пивоварения объяснил, почему так происходит, почему у пивоварни одинаковые вкусы. И у томской пивоварни здесь не исключение, потому что, скорее всего, они используют одни и те же дрожжи для сбраживания разных сортов пива. И, скорее всего, они используют одну и ту же воду. То есть не по-разному ее подготавливают под конкретный сорт. То есть вот как есть у них базовое пиво, так оно и варит. Просто добавляет какие-то фишечки. Где-то сахарка добавили, где-то вот как в этом экземпляре добавили новые сорта хмеля и применили холодное охмеление. Но, извините меня, это то же самое, что и взять грязные потные подмышки и побрызгать их дезодорантом. Вот ровно таким же эффектом обладает и это пиво. Так что вы можете взять хоть 10 там вкусных, ароматных, дорогущих, импортных хмелей, но, к сожалению, кривые руки от этого не выпрямятся. И вот это вот пиво, на мой взгляд, будет последним гвоздем в крышку гроба Томского пивоваренного завода. Вот такой выдался обзор. Надеюсь, он был вам интересен, полезен. И, наверное, надо подвести какой-то итоговый рейтинг из-за всей этой вакханалии, скажем так. Ну, ничего нового не скажу. Первое место, прям заслуженное первое место, это чешский пилснер от пивоварни Таркас. Далее, из того, что мне более или менее понравилось, на второе место, как ни странно, я поставлю Ержана. Ержан, в принципе, неплох, можно брать. Ну и, наверное, вслед за Ержаном пойдет вот этот вот Ячанг. Тем более,
аудитория, у него большой объем. Многим, для многих этот показатель станет решающим фактором при решении в покупке пива, скажем так. Вот эти вот... скажем так, ДАФ и Германия с пивоварней Айхбаум. Ну, в принципе, вот, кстати, Айхбаум мне нравится больше, как делают, чем тот же Фельдшлёскин. Я бы их вам откровенно не советовал, но если вам вдруг нравится такое пиво, то, в принципе, можете брать. Все остальное, вот это вот, я, честно говоря, советовать, ну, не хочется. Не хочется мне советовать, да, в принципе, вот это вот тоже оставим в сторону. Вот из 11 экземпляров 3 пива, которые прям хорошие, вкусные, которые я прям откровенно советую. А вот это вот, ну, если вам оно заходит, то, пожалуйста, ничего против не имею. Такие вот итоги. В общем, все, пора заканчивать все это безобразие. С вами был Алан, вы на канале Beer Channel. Как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво и помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. Берегите свое здоровье и до новых встреч в новых обзорах. Пока!